Юниоры готовятся к турниру по теннису, который стартует у нас в городе 7 июля. Этот турнир проходит ежегодно под эгидой Федерации тенниса Республики Казахстан. Соревнования пройдут в двух групповых категориях между спортсменами 98-х, 99-х годов и 2000-х годов рождения. Держите мяч, не напрямую, просто подержите, поиграйте, подержите мяч. 9-летний Ильчин Ирисметов этим видом спорта занимается один год. На прошедшем турнире «Зеленый мяч Алматы» он завоевал второе место, а на турнире «Зеленый мяч Астаны» все же смог занять первое место. На предстоящих соревнованиях Ильчин надеется занять призовые места. «Зеленый мяч Алматы» и «Зеленый мяч Астаны». Ну, там были соперники тяжелые, но я смог выиграть первое. Ну, мне кажется, что я выиграл почетное место. Тренер юных теннисистов Руслан Геннадьевич уверен, у наших спортсменов есть все шансы на победу в турнире и надеется, что эти малыши станут известными чемпионами. Но у нас есть 2002-го дети, игроки хорошие, которые впоследствии должны, в принципе, неплохо выступать за нас. Надеемся, что они будут будущими чемпионами. Теннисистам есть за что побороться, ведь за первое место спортсменам светит не только золотая медаль, но и 10 000 призовых долларов.